Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Hardware.Info. Расскажу, как на устройстве Poco M4 включить раздачу данных. Чтобы на данное устройство включить личный хот-стоп, нам будет нужно сделать свайп вниз и здесь уже поискать личный хот-стоп или же раздачу данных. Ищем. Есть у нас точка доступа, нажимаем на точку доступа, и точка доступа у нас была включена, и каждый может подключиться к нашему интернету. Но как же ее настроить? Зажимаем, после чего мы переходим в настройки, где мы можем увидеть настройки точку доступа, пароль, название, кто к нам подключен и прочее. На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь и до свидания.